На востоке Кыргызстана неизвестные захватили и разграбили месторождение золота, избили генерального директора, подожгли фабрику. Пожар на месторождении Джируй не могли потушить несколько часов. Ранее руководители «Альянс Алтын» сообщили о приостановке работы на месторождении до стабилизации обстановки. Но после обеда стало известно, что на предприятие проникли порядка 500 человек. Многие рабочие при этом покинули свои места, оставив технику и оборудование. Джируй – второе по величине месторождение золота в Кыргызстане. Лицензия на его разработку принадлежит чеченскому бизнесмену Мусе Бажаеву. Она обошлась россиянину в 100 миллионов долларов. Я напомню, что прямо сейчас в Оше проходит митинг в поддержку бывшего мэра. В режиме реального времени вы видите ретрансляцию YouTube-каналов «Азатык», «Тескабар Ньюс». Митингующие требуют, чтобы им предоставили полную информацию об отставке главы города.